устанавливаем вот такие вот болты. Вот эта втулка, сверху одета коническая втулка. Она здесь прямоугольная, цилиндрическая, а внутри конус. И, соответственно, сама шпилька тоже с обратным конусом. Вот она установлена здесь. С одной стороны байка закручена. С другой стороны. Вот она вот там так выглядит. Значит, давай я. Значит, для установки, для правильной установки этой шпильки закручивается вот такая шпилька внутрь. И первая операция — это вытяжка. Вытяжка с помощью вот такого вот приспособления. Приспособление называется гидравлический домкрат. Значит, что он из себя представляет? Закручиваем в ту шпильку. Закручиваем переходную шпильку. Переходную шпильку крутим. Потом сверху. Закручиваем шпильку. Да. Вроде бы есть. Вот она еще на резинке там, если видно, она шатается. Есть, есть. Ну, может, не совсем до упора, но это и не важно. Теперь берем вот эту всю гидравлическую махину. Так, Виктор, давай. Значит, вот в этой гидравлической штуке. Ну, ничего страшного. Да ничего страшного, сейчас его подтянем. Вот оно что сейчас из себя представляет, значит. Вот эта шпилечка, она закручивается, М36 закручивается в основную шпильку. Потом есть вот такой конус, который удерживает втулку от того, чтобы она, втулка вся, выходила из отверстия. Удерживает. А шпилька тянется вот этим гидравлическим домкратом наружу и упирается тем самым во втулку. Втулка остается на месте, недвижимая, а шпилька основная через вот эту переходную вытягивается наружу, то есть и конус разжимается. Вот такие вот хитрости.